В четверг, 10 октября, около 8 часов вечера на автодороге Копейск, поселок Потанино, произошла страшная авария. Автомобиль ВАЗ с 9 пассажирами выехал на встречную полосу и совершил столкновение с иномаркой. В результате ДТП погибло 6 человек. 9 молодых людей в возрасте от 17 до 21 года ехали в одной машине. В результате столкновения девятку словно сломало пополам. Четверо погибли на месте, еще двое чуть позже. Пострадавшие были доставлены с тяжелейшими травмами в больницу Копейска. Также помощь врачей понадобилась 37-летнему водителю второго автомобиля. По информации правоохранительных органов, водитель девятки получил права всего 3,5 месяца назад. За это время он дважды попадал в поле зрения ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. В данный момент ведется следствие. Причины происшествия выясняются.